Друзья мои, приветище. Давайте начнем с интересного, с веселого. Потом переключимся на интересное. Например, ну то, что Америка очередной раз шокировала. Это, да, Америка, она умеет удивлять. То есть приятно шокировала, приятное удивление. Мы сейчас едем домой. Выходной день, сейчас все покажу, камеру переверну. Посмотрите, машина. Ну, часа два, наверное, простояла. Видите, я с утра на мойку заезжал. Все, это стекло. Стекло это полбеды, капот полбеды. Вы бы видели, какой пипец на крыше творится. Причем вокруг машины чистые. Обосрали именно мою машину. Смотрите, в каких масштабах. Мы когда вышли, я посмотрел наверх, блин, а там этот... Просто все в провода над нами, дерево. И все в птицах. Ну, эти птицы постарались. Хотя утром я машину мыл, а мыл ее просто из-за того, что она в пыли была. То есть такая прям чуть-чуть. Я заехал утром, помыл ее. Это фордик маленький, беленький. Вот, сейчас пойдем опять мыться. Сейчас там где-то минут 20 до дома. Там в сторону отъедем, до мойки доедем, помоемся. Это, наверное, хейтеры постарались. То есть, видимо, среди птиц тоже хейтеры есть. Обгадили мне всю машину. Ну ладно, сбылась мечта хейтеров, обосрали, суки. Вот, что касаемо удивления. Все в курсе, да, что такое iPhone, что такое 15-й iPhone. То, что он здесь доступный, я не буду это рассказывать. То есть, да, это все знают, что здесь это, гаджеты все доступны. То есть, 15-м айфоном ты никого не удивишь, выйдешь 16-й, 16-м ты никого не удивишь, Samsung'ом ты никого не удивишь, планшетом, короче, гаджетами ты никого не удивишь. Вот. Мы тут заехали в компанию Verizon. Мы пользовались T-Mobile. Как только приехали в Америку, мы открыли симки, три симки T-Mobile. И все было хорошо, как бы работает, но бывало, знаете, у T-Mobile интернет мне не совсем нравился. То есть где-то в торговых центрах бывало, пропадал. На работе у меня так работал, но не так, как хотелось бы. А в общем-то все окей. То есть, платишь, пользуешься, все классно, все хорошо, все работает. Звонишь, пишешь, проблем нет. Мы зашли в компанию Verizon. Так, поинтересоваться туда-сюда, тарифы. И короче, сейчас домой приедем, я вам покажу, как нас компания Verizon приятно удивило. Сейчас я доеду, сейчас заедем, помоемся и домой приедем. Все покажу вам, расскажу. Потому что я еще маленько в шоке. Девчуля у меня, наверное, тоже в шоке. Девчуля, вы в шоке? Да. Видите, девчуля у меня тоже в приятном шоке, так же, как и я. Поехали, машину помоем и все покажу. Ну все, welcome to car wash. Заехали на мойку. Кокулетки отмывать. Мы все в кокулетках. Не мы, а машина. Ну, не мы, да. Короче, сейчас нас... Я надеюсь, как кокулетки отмоются. Да, отмоются. Не должны, блин, засохнуть успеть. Сейчас помоемся. Если они засохнут, будет пипец просто. Не надо давать засыхать кокулетку. Ну все, тачка чистенькая. Все, кокулетки отмыли. Это хорошо. Потому что, ну прям, пипец был. Едем домой. Так, друзья. Забираем. Verizon. Окей. Все. Машину здесь внизу оставлю. Сейчас на Акадии поедем. Все, чистенькая. А, нифига не совсем чистенькая. Чуть-чуть остались кокушонки. Ну ладно. Это мелочь, она была обосрана полностью. Так, чистенькая. Окей. Пошли домой. Ну что, друзья, мы дома. Я такой волосатый, да, непривычно. Сам в шоке. А, побриться сегодня. Ты без кепки. Да, я без кепки. Видите, я дома хожу без кепки. В общем-то, вот у нас Verizon. Давайте расскажу. Мы пришли в Verizon. Ну, узнать вообще тарифы. Потому что я говорю с T-Mobile, что ну, захотели перейти. И получили очень выгодный дил, как здесь говорят, предложение. Три бесплатных айфона. Три. То есть мы открыли три линии у них с сохранением номера. То есть у нас номера телефона остались те же. Мы с T-Mobile перешли в Verizon с сохранением номера. Правда, пришлось звонить в T-Mobile, просить номер, чтобы переключили, но это фигня. И на выбор причем. Смотрите. Первый. Это какой у нас? Это 15+. Это Лерри. 15+ Лерри.
Следующий. 15 Pro. Это для Марины, потому что мы видели, да, Марину? То есть она маленькая, у нее ручка маленькая, ей удобно будет с прошкой. Без обмана. Вот честно. Просто выбирали. То есть там предложили сначала телефоны выбрать, мы выбрали телефоны. Потом предложили выбрать цвета, мы выбрали цвета. Касаемо памяти только выбора не было. То есть у нас получается у Марины Blue Titanium 128 гигов. У Леры 15 Plus Blue 128. И мой 15 Pro Max 256 гигабайт. Самое офигенное чувство. Смотрите. Оп, раз. Я такое делал 6 лет назад, когда вот этот 7 плюс покупал, на который сейчас Марина снимает меня. Два. Опа. Ты же моя радость. Я даже вот не помню, как я свой открывала телефон. Тебе Санта-Клаус подарил, я это сам покупал. Я не помню, как я его открывала. Вот видите разницу. Я сам покупал вот этот 7 плюс, а Марине 6S же у тебя, старичок. Получается, через год после меня тебе Санта-Клаус под елку положил. Вот он. 15-й Pro Max. Brand new. Так, тут у нас идет кабель зарядки. Потом, что еще тут идет? И все. Кабель зарядки, и все, и хватит. А блоки сейчас не кладут же? Блоки, да, не кладут. Ну, блоки есть же. Ну, у нас, кстати, на новый тоже разъем есть блоки. Да, они Type-C. Так, это мой. Твой можно открыть или сама? Нет, открывай. Давай, откроем. Так, это у нас 15 Pro. А, я сейчас размеры сравню как раз. Покажу размеры вам, чтобы понимали, почему выбрали прошку Марине. Ну, она такая же, наверное, как моя S, я же видел на витрине. Нет, она, наверное, побольше, чем 6S. Вот разница. То есть, прошка. Видите? Прошка маленькая. Дай мне маленький телефон. Так. Вот 6S. Ну да, да. Такая же, только там рама под этих нету, нижней, ни верхней. Ну нету кнопки. Да. То есть. Кнопки нет, ну и экран побольше. Окей. Что, Лера сама хочет открыть свой? Да. Иди, открывай. Так, сейчас будем настраивать, переносить все. Телефон уже без симок, с eSIM. Открывай давай. Да. А то Лера прям сказала, свой я хочу сама открыть, не трогайте. Да, потому что это же райские звуки. Райские звуки? Да. Это прям ушам приятно. Ухом. Ушам? Ушам приятно. И вот Лерин. Какой он красивый! 15 плюс. Он по размеру как мой Pro Max. Вот такой вот он. В общем-то, Боже. Как я и говорил, я люблю эту страну. Для меня это лучшая страна в мире. И вот такие вот моменты, ну, они очень сильно трогают. Так что, вот такие вот приятные плюшки дарит эта страна. Ну, это просто это классно. Но еще самое интересное, сегодня больше акций никаких не было. А еще, говорят, можно при открытии трех линий, можно было еще там что-то. То есть, бывают акции, когда телефон, допустим, 16-й выйдет, можно 15-й сдать. Там доплатить $200, получить 16-й. И вот таких моментов много. Оставляй потом, настрою их. Перенесу все с наших на эти. Что скажете по этому поводу? Какие ваши комментарии будут насчет вот этого всего? Там, кстати, под прошлым видео, где мы ездили в Дисней, хейтер один там написал мне. Комментарий можете зайти под прошлое видео, почитать. Я ему ответил, а он что-то потерял скот. Вроде под каждым видео пишешь, а тут я тебе ответил, а ты не хочешь мне отвечать. Я думал, подискутируем маленько, узнаю твое мнение, что ты там еще напридумываешь. Ну да ладно. Вот они. Прикольно. То есть сейчас мы включим новые гаджеты, старые. Все, уберем. Сим-карты, которые у нас стоят в них, они не работают, потому что, говорю, здесь есть сим стоит уже. То есть и без сим-карт телефоны. И будем пользоваться, сражаться. Так что следующие видео уже будут в новом качестве, на новый телефон. Может быть, еще экшенку достану, заряжу, на экшен камеру начну снимать. Но неохота. То есть, наверное, пока поснимаю на телефон, а дальше видно будет. Как-то так. Включай.
сижу, кайфую от техники Apple. Два телефона положил рядом, грубо говоря, синхронизацию нажал, пароли, приложение, абсолютно все переносится. Красота. Шикарно. Но все-таки Apple это тема. Apple рулит. Вот они, все они сейчас. Законнектились, это Ledin старый. Это Ledin новый. И сейчас они что-то там как-то между собой, короче, трах-бабах. И все будет супер. Два я уже сделал, сейчас третий делаю. Вот так вот. До сих пор, скажу вам, чувство радости не отпускает. То есть спать сегодня буду с улыбкой, утром проснусь, скулы болят. Ну, бывает. Когда у тебя такое прям... Ну, не каждый день, короче, грубо говоря, такое происходит. А так как я только недавно здесь живу, к сожалению, то для меня это прям вау. Вот так вот. Ладно, друзья. Вот такой вот приятный сюрприз дала нам Америка. Всем спасибо за просмотр. Всем всего хорошего. До скорых встреч. Пока-пока.